Вот я понял уже просто. Я сказал, как оно есть. Что мужик это голова. А ты все. Ну нет, ну да, она же пусть добрая будет, и саму решит она тогда. Я говорю, нет, мужик это голова. Он решает этому. Нет, оно же добрая душа, пусть решает душа. Нет, ну я тебе еще раз говорю, мужик это голова. Понимаешь? Мужик это понимает. Понимает он тебя. Ты что, да. Она просто согреет тебя, наверное, да. Не подумаю. А для чего эта душа? Для тебя, что ли, она предназначена? Да, понимаю. Да, вот видишь. Служанка-то служанка, а служанка-то кому чему? Самой себе, да, понимаю. Ну, и результате, ну, значит, любви, значит, и результате получается и себе, и детям, и тебе в том числе, и оценит чуть-чуть тоже. Скалкой, говорит, меня наоборот надо делать. Ну, я понял уже просто. Ну, вот это для меня это. Нет, если у тебя женщина Мегера, ее надо беременеть просто. Может, она из-за этого и не делает. Ну, или ваши варианты. Это все одно и то же, понимаешь? Ну и чё? Потому что ничего не изменится, потому что. Ну что ты теперь сделаешь? Все женщины так устроены. Мне это, я уже устал просто. Да, никого ты не бросишь просто, все. Оно не связано даже никак на работу и все, да. Just put this mystery aside for now and move on to X and Y. Referring back to the old timeline tweet, we can see that X and Y is supposed to take place around the same time as Black and White 2. But it's not actually on the same timeline as the rest of the games, and that's thanks to the inclusion of every competitive battle. Алло, Женя, привет, как у тебя дела? Ты здоров? Ну да, нормально. Все хорошо, да. Мы с Каминок едем. Таню с Майской вот вспоминали, у них были в гостях. Повидались с ними, посидели, поговорили. И что там у нас там? Хорошо, да? Все нормально. Миша живет отдельно со своей вот этой девушкой тоже. Она у него из больницы какая-то, немножечко заторможенная. Но так-то вроде ничего. Они живут в двухкомнатной квартире, не так далеко, на Буммашевской где-то. Две кошки у него. Вот, живет отдельно. Вот огород-то у них тут был в черте города. Огород этот, когда им деньги дали за огород, вот купили Мише квартиру эту. И вот они живут. С этой. В гости сюда ходят. Понятно. К этим. Вот. Живут нормально, все вроде хорошо. Понятно. Потихоньку.
Какие вот дела. Ну ладно, у тебя все хорошо, кушать ты себе готовишь, все у тебя есть, да? Ну да, все нормально вроде как. Вы же, значит, здоровые, нормально у вас. Угу, мы тоже, да, все нормально, вроде все хорошо. Ладно. Ладно, давай, звони нам, ладно, приезжай, если что, ладно? Ладно, привет там передавай тоже всем, Сереге. Ладно. Ладно. Ладно, давай, пока. Ладно, пока-пока. Так это я не знаю. Я плохо играю просто на инструменте. Это пьяно, да, я понимаю. Я просто, да-да-да, я тебя понял просто, да. Созидание явно, как бы, да. Изобретать оружие, это уже интереснее, чуть по-мужски более, правильно? Тут надо что-то уметь, что-то понимать, быть каким-то эксклюзивным хоть чуть-чуть. Потому что это не просто мясом, блин, да. Эволюционным, так скажем, да. Я тебя прощаю, говорю. Да. А это уже другое. Когда ты охраной занимаешься, например, ты уже должен как бы что-то соображать, понимаешь? А, ну да. Ну, если ты ответственное лицо, не наемный работник. Ну, ты не проживешь на эти деньги тогда, наверное, да, понимаешь? Не знаю я. То есть, это просто как вариант, чоп, как бы, да. У тебя одна жизнь. Не прожуешь ты. Сколько тебе надо, чтобы проживать? Ну, понимаешь, ну, вот это он имеет. Ну, и оправдывайте себя, я тебе еще раз говорю, это не дело. Вы просто себя оправдываете, что вы слабые, просто что сильнее не станете. Сам себе не нужен, как вояка, блин. Ты что не понимаешь? То есть как бы просто, ну нету как бы таких, да, понимаешь, это. Да. Ну, тебе самому вот не противно, ты отвечаешь за похоти. Вот кто-то в этом мире похотлив, даже еще до тебя был, или еще там злые были, кто-то кого-то наворовал еще до твоего. Ну, он о себе, ну нет, он это что-то там наделал, понимаешь? И тебя как фрикадельку просто, ну, да. Просто потому что ты алкаш и образование не смог и думать головой не собираешься. Ты нормально, нет, просто вообще, да? То есть как бы мужская-то амбиция есть какая-то? Я пример у тебя просто. Ну то есть он такой. Знать это не мужская тема вообще, да. Ну это он имеет и то, да. Созидать любить только, да. Ну хорошо, ты считаешь, что не мужская, значит, то есть делай выводы, как бы. Если бы ты так, ну хорошо, хорошо, это все божье как бы, да, то есть ты не можешь ничего узнать вообще, да, в этом мире, допустим, даже из твоей парадигмы. Как тебе эту жизнь тогда прожить, свою единственную? Кто тебе добро, как ты будешь делать добро? Да, понимаешь? Ну, короче, да, да, понимаете. Да, 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 то есть в раке просто расставляется, святое говно просто. Я так не смотри, это просто вы имбецилы все. Я тебе сказал, что этого всего нету просто. Подтвердит кто угодно, это подтвердит. А, на фотографиях это хорошо, где-то фотографии, где-то там что-то там видно. Пойдешь к психиатру прямо и скажешь, хорошо, будем выяснять на фотографиях, что засветило фотопленку, что там произошло, будем узнавать. Есть, значит, когда. Ну, она протянет. Короче, это, я тебя опережаю, все вранье, ты ничего не знаешь.
свою жизнь уже снова. Ну, чего ты, знаешь, что? Поэтому лучше, наверное, свою жизнь жить, как бы основываясь на том, что существует. Чем ты будешь заниматься всю жизнь, ты прям понимаешь, да? Так это неинтересно. Отдыхать шашлык это неинтересно, это омерзительно, понимаешь? Это было не амбициозно, кстати. И не будет скидывать. Это вообще не играет. Суть разговора. Ну и что, чем будешь гордиться, когда умрешь? Что много шашлыка съел? Че наоборот, я просто понял уже. Ну нет, понимаю. Ну живи так, и че, да? А как ты мог бы лучше это время провести? Поумнев каким-то образом, правильно? Ну, просто так. Став сильнее. И стала умелась. Женское счастье в том, чтобы забеременеть в предварительных процессах, в процессах и процессах, да, понимаю.
это одно и то же. Ига Лайф это и есть беременность в начальном виде производства, да, я понимаю. На самом деле просто просто бесплатно должно быть это, понимаешь? Видишь, о, это сразу, видишь, многие люди сразу понимают, опа, бесплатно тогда, не понимаю, так, да, не понимаю. Бесплатность это вообще женская тема, да, женское качество, так сказать, как у святых, душа настоящая, да, и без умысла. У меня-то умысел есть, я же не просто так все это вообще, как бы бесплатно, да. Это горе мужика, когда слушай, он тебя понял, да, да, да. Ладно. Так что ты? Нормально, время-то наше село. Берешь, все сделаешь. Со стороны, я и так, ну да, нет, мне интересно это увидеть в глазах других людей, как бы, осознать, что другие, как бы, не, не, не в этом дело, ну как бы, ну не, да, ну да, больно мне надо, я просто, да, по-другому взглянуть просто. Что тебя? Да, да ничего, просто потребление, оказывается, просто хавает, как бы, потреблять просто все. Ну, в принципе, да. Ну, все равно все потребляют, что? Все равно, да, это, ага, да, 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 тебе так думать.
слушаться надо. Thank you.